Всем привет, ребята, как у вас дела? У меня день начался достаточно продуктивно. Я сегодня с самого утра сходила в больницу, сдала кровь. У меня брали ее из вены и, знаете, взяли аж целые две пробирки. Настолько много мне показалось, но мне нужно знать, какой у меня сахар и что у меня там с гемоглобином, потому что я вам рассказывала, что я себя немного плохо в последнее время чувствую, и вот наконец-то дошла, собственно, до врача. Сейчас я собираюсь ехать по делам, мне нужно заехать в одно место и забрать документы, и время сейчас где-то 2:30 дня, а Антон приедет где-то в 6 часов вечера, а я домой вернусь после того, как сделаю все дела, где-то, наверное, часиком к 7. Ну и по дороге нужно созвониться с Сержем, возможно, после работы, если он уже закончит все свои дела, мы приедем вместе, но я на это особо не рассчитываю, потому что у него другие дела, и он находится совсем в другой стороне Москвы, а я поеду сейчас вообще в другую сторону, и просто будет нерезонно нам где-то с ним состыковываться, уж будет, наверное, более разумно встретиться просто дома. И пока я не вышла из дома, хотела показать вам вот такой новенький смартфон, который называется Honor 7C Pro. Это достаточно бюджетный смартфон, но со всеми новомодными фишками. То есть у него идет задняя камера двойная, можно делать очень четкие снимки. К тому же у него достаточно большой полноэкранный дисплей 5.99. 3 гигабайта оперативной памяти плюс 32, и из-за того, что у него мощная батарея, хватает достаточно надолго. То есть я это сама проверила, батарейку действительно хорошо держит. И разблокировка телефона идет через функцию распознавания лица, и к тому же здесь есть еще сканирование отпечатков пальцев. Вот здесь, вот так вот. Очень удобно. Ой, здрасте. У него тройной слот, куда можно вставить две сим-карты и карту памяти до 256 гигабайт. К тому же они есть в трех цветах, как у меня в синем цвете, в черном и в золотом есть еще. И к этому смартфону можно одновременно подключать целых два Bluetooth-устройства. То есть это очень удобно. Так что ссылку на нее я вам оставлю внизу в описании под этим видео. Обязательно разворачивайте и смотрите. Ребята, смотрите, какая красота, когда нет на дороге машин. Я уже сделала все свои сделала. И выхожу. У нас очень быстро темнеет, сейчас только 5 часов вечера. Сейчас поеду домой уже. Но вечер сегодня очень теплый, прекрасный. Туман садится, да, мокрый дождь моросит. Но не холодно. И это радует. Смотрите, какой прикольный бургер. Хотела вам сказать, что с 10 по 12 ноября на сайте tmall.ru будет проходить большая распродажа в честь Всемирного дня шопинга. И будут огромные скидки, в том числе и на электронику. Таким образом, смартфон Honor 7C Pro можно будет купить за 9600 рублей вместо 14000. И на сайте Tmall продаются только товары от официальных производителей, поэтому на них будет распространяться российская гарантия. И доставка по России у них тоже очень быстрая, от нескольких часов до нескольких дней. Скидки указаны на сайте заранее, так что можете уже сейчас перейти и добавить товар, который вам понравился, в корзину, для того, чтобы не забыть их купить во время акции. Ссылочка будет в описании, зайдете, посмотрите. А я уже могу, наверное, сейчас пройти, хотя на красный свет лучше не переходить. Но здесь я так делаю. Все, я уже почти дошла до своего пункта. Скорее, наверное, нужно попасть домой, чтобы увидеться наконец-то с Антоном. И все, встретимся уже с вами дома. Ребята, кто это здесь у нас? Та-дам! Антон, Каролину вы знаете, а это Маша. Маша, да, это девушка Антона. И вот они приехали к нам в гости сегодня. Приехала еще мама Маши. И у нас такая дружная большая семья. Нам сегодня очень весело, мы уже попили чай. Маша испекла большой Наполеон, я вам потом покажу. И сейчас... Мы половину съели. Да, я не успела заснять сразу, потому что, да, мы половину уже съели. Уже поужинали, Серж на работе, поэтому он, ну, как бы не с нами. А так он звонил мне уже несколько раз, спрашивал, ну чего, они приехали, я постараюсь пораньше освободиться. Но если у него не получится, то на выходных он сказал, что проведет время с нами. Вот. Так что вот он, Антон, кто спрашивал, где Антон, как он вообще, где, почему он пропал, из инсты даже ты пропал, да? Я, честно говоря, на его инстаграм не подписана, я не знаю, и в инстаграм я за ним не слежу. Да, слава богу. Каролина их очень ждала, она уже за неделю, наверное, как узнала, что... Приедет Антон с Машей, спрашивал, ну когда же они уже приедут, когда приедут? И сегодня, когда она узнала, что приехали они, довольная пришла домой, да?
И все, и не отходит, так и сидит теперь постоянно с ними. Да, потому что я скучала. Да, ты скучала? Вот, сейчас мы пойдем, будем общаться. Мне еще кое-что нужно передать из вещей. И мама, уже потом включимся. И съесть креветки. Креветки будем сегодня есть? Да. Антон, а ты любишь креветки? Я вот не помню. Очень, нет. Просто мы-то любим. Маша тоже любит. Я да? тоже люблю. Да. Это идеально. Он не любит, а я люблю. Да. Это круто. Вот. Мы будем есть креветки сегодня вечером. Всем привет, ребята. Мы на канале Кирилли. Сегодня мне Маша привезла. Опять. Кого ты оторвала? А, это Варя. Это кукла из коллекции «Сказочный патруль». У Каролины две уже есть. Это Аленка и Снежка. Помогите мне открыть просто там. Давай. И Маша с Антоном подарили Каролине Варю. Да. Слушай, сейчас. И сейчас они будут распаковывать. Зачем вообще нужны девушкам ногти, если они вообще нифига не помогают? Вообще-то я сюда нора отерла. Там вообще нет скотча. Они не помогают. Ага. Давай я распакую и потом покажи тогда зрителям, как выглядит эта кукла. А, ты здесь уже нашла, да, свои? Вот они. А где их принадлежности, факел и где этот... Все здесь, да, в сумочке? Это Каролинина сумка, которую она носит с собой с игрушками. Вот как выглядит Варя. У нее очень красивые космические волосы. А какая у нее способность? Она умеет летать в воздух, кибается. Все части у нее, да. Вот еще тут вечер. Нарисованный. Ветер? Ага, такая вот красотка. Теперь у Каролины три куколки из четырех. И не хватает еще... Кого там еще не хватает? Еще кто-то был. Маша? Да, вот такая красотка теперь у Каролины есть. Кстати, пока я не забыла, хотела я вам сказать, что если у вас вдруг будут какие-то вопросы, то можете написать под этим влогом, пока Антон с Машей здесь. Я могу взять у них интервью, потому что я точно знаю, что потом мне будут личку писать. А как Антон с Машей познакомились? Где они познакомились? Как давно они встречаются? Потому что это всегда интересно. Если вдруг у вас есть вопросы, то пишите под этим влогом. И пока Антон с Машей еще не уехали, я постараюсь снять. Каролина здесь помогает Маше с Антоном и хрюкает. Расстилать постель. Ну что ты делаешь, Керри? Потом мы будем есть креветки, да? Да, мои любимые креветки, 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 креветки. Последний раз ты же не хотела креветки. Хочу. Ну, значит, сейчас будем отваривать аккуратно. Вот какой красивый тортик. И очень вкусный Наполеон. Вы знаете, мы очень любим. Серж точно заценит. Он уже обрадовался, когда я ему сказала. Приедет домой, будет чай обязательно пить. Красота. Маша, я уже до этого сказала, что это Маша испекла торт сама. Мы уже ели его, видите, как много. Все, я уже отварила креветочки. Сейчас будем их грызть. И параллельно еще раз будем чай пить. Такая вкуснотища. У Машиной бабушки дача есть, и она сама все выращивает. И она прислала нам очень много гостинцев. Она бы прислала еще больше, но машина не резиновая, поэтому вот. Это помидорки черри. А мы очень любим всякие консервы, особенно Серж. Это что, Антон? Это лечо. Это лечо. Это варенье малиновое. Это что? Где? А здесь написано, кстати. Ну, это тоже, по-моему, варенье. Это сок. Томатный сок. Серж у нас любит томатный сок. Это яблочки свои. И я вам еще хотела показать цукини. Смотрите, какой огромный просто кабачок. То есть вот моя рука, каждая, наверное, килограмма на два. Я вообще первый раз вижу такие цукини. Конечно, кабачки я видела большие, а цукини никогда, потому что в магазинах они всегда маленькие продаются. Это такой карапузик. Тыквенно. И тыква. Самое главное – это тыква. Тыквенно. Как с картинки. Что, нравится? Пока, пока ее не сорвут, она будет дальше расти. Да? Да. На сколько килограмм она? Ну, она тяжелая. На 8! Сейчас уронишь на ногу. На аккуратнее. Где-то на 90 грамм, да?
Вот. А здесь Каролин велосипед у нас стоит. Такая тыковка. Вот здесь еще внизу. Нифига себе, какая вот здесь огромная. Она в два раза больше, чем вот эта. Но это уже идет оранжевенькая. Мы и такую любим, и оранжевую любим. Короче, мы тыкву любим в любом виде и любого сорта. И вот еще здесь я увидела цукини и целая корзинка лука, которую тоже вырастили сами. Красота! Чего ты смеешься? Серж пришел с работы наконец-то. Воды тебе дать? Чаек, может быть? Сейчас я тебе воды налью. Да, и Каролина с Сержем чай пьют. Серж отказался ужинать, потому что поздно, а он на ночь не наедается. А Каролина, тортик, уже третий кусочек съедаешь, да? Что на тебя не похоже в принципе. Она у нас обычно там торт берет, делает вид, как будто ей нравится, а сама ковыряет то крем, то еще что-то. Прямо вот сверху. А в целом так торт очень редко, вот когда садится ложкой ест. Значит... Ты сейчас знаешь, что? Я ем вкусные. Десятки. Я вот да, эти телефон беру, ну, и начинаю вот это движение. Понял? А здесь, там же как бы сверху нужно спускать шторку, да, на телефоне? На кнопку нажимать надо. Кнопки home же нет. И стою и что-то туплю. Раз, раз, раз. Вот у нас такая посиделочка. Антон весь вечер в этих в гаджетах. Ну, я целый день за рулем был, мне столько писем нужно ответить. Настолько писем тебе нужно ответить, весь день был за рулем, прям вообще занятой. На расхват. Да. Все, много не буду, вкусно, завтра я все съем. Поняла, да? Все, много не буду, завтра я все съем. О, я уже, честно говоря, хочу спать, потому что я вчера, позавчера, ну и вообще всю эту неделю мало спала. Ребята, время уже 12 часов ночи, все уже пошли отдыхать, и у мамы здесь возникла такая проблема, что она потеряла свой аккаунт в Инстаграм, теперь не может ни за кем следить. Сейчас разберусь с ее паролем, попытаюсь восстановить ее аккаунт, потому что она говорит, что она ночью спать не будет из-за этого, и уже потом пойду отдыхать. Так что, если вам понравился этот влог, то обязательно ставьте пальчик вверх, смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили, и обязательно смотрите видео на моем основном канале, потому что сейчас они выходят просто в бешеном количестве, я заряжена, я замотивирована, и мне будет очень приятно, если вы перейдете на мой основной канал и там посмотрите видео, потому что очень часто вы у меня спрашиваете одни и те же вопросы, когда будет такое видео, когда будет такое видео, а эти видео выходят у меня на основном канале, потому что здесь это только влоговый канал. Антон в своем репертуаре, как и раньше, появляется внезапно сзади. И так что смотрите видео там и заходите еще ко мне в Инстаграм. Все, теперь я уже точно пойду отдыхать, потому что у меня был просто бешеный день, я очень устала. Увидимся уже завтра вместе с вами. Всем спокойной ночи. Да, Антон тоже еще будет завтра здесь. Все, всем удачи, всем пока.